только сейчас вот я спускаюсь к Артему, а на самом деле вы бы видели, что происходило минуту назад. Этот парень даже успел намочить свои ноги и попробовать, каково море сегодня. Прохладное? Я? Да. Да, прохладное море. Вы просто застали тебя врасплох. Да, но я хочу сказать, что на самом деле пришло холодное течение, как говорят местные жители, я успел даже с ними пообщаться. И поэтому мы ждем, пока на смену придут теплые течения, да? Пока вот сюда принесет теплую, но не очень теплую наденем водичку. Наденем свои потом купальные костюмы и будем наслаждаться этой жизнью. Да, я тоже надену свои купальные костюмы. Будем плавать, купаться, тем более, что во время штиря здесь, скажем, вода очень чистая. Мы вчера просто поразились тому, насколько вода здесь прозрачная, одна из чистейших, которые я видела в своей жизни. Но только не знаю, что была прохладненькая все-таки. Знаешь, такая же чистая, прозрачная, ясная, как и связь с нашими мобильными корреспондентами сейчас в столице. Ну, Стефан, доброе утро еще раз. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня всех, кто присоединился к нашему эфиру. В перерывах между прямыми включениями у меня было немного свободного времени, и я очень рад, что успел добраться до Симферопольского детского парка. Очень люблю это место. Вы только посмотрите, как здесь красиво, насколько свежо, насколько зелено. Тем не менее, не нужно обращаться никакой статистике для того, чтобы понять, что наиболее популярными местами в Крыму в летний период являются местные наши пляжи. И вот это первоочередная обязанность обеспечить безопасный отдых. И сейчас я говорю касательно качества воды, в которой мы с вами купаемся. Сотрудники эпидемиологических станций, организаций регулярно проводят такие проверки, берут анализы воды в местах общественного купания, а их, кстати, на полуострове порядка 500. И вот за последнюю неделю они взяли более 1000 таких проб, и по результатам оказалось, что 16 территорий не удовлетворяют установленным нормам. Появилась такая информация, что 7 пляжей непосредственно в Алуште на какое-то время, на неопределенный срок, пока что закрыты для пользования. Поэтому, заходя на пляж, попадая на пляжную территорию, обязательно читайте информацию на стендах, на информационных табло, чтобы понять, можно ли здесь находиться, безопасно ли это. Информация в летний сезон, я уверен, более чем актуальна. И об этом, если вы услышали, то обязательно передайте своим друзьям, близким, соседям. Ну а на этом мое включение подходит к концу. Еще раз всем хочу пожелать доброго утра. Студия, передаю вам слово. Спасибо, Стефан. Да, спасибо, тем более, что вот мы здесь сидим и на самом деле даже не представляем, как вот сейчас, да, добираться по всем этим пробкам. Ехать. Ой, час пик, работа, не-не-не-не-не. Из одной точки в другую. Там, да, нам здесь хорошо. Мы сидим себе в удобных креслах, которые, между прочим, предоставил нам не просто кто-то, а мебельный салон. Повилла. Все верно, Повилла, да, спасибо. Более того, хотелось бы сказать, что, в принципе, пляж ожил настолько, что мы вот, наверное, единственные, кто сейчас сидит, не ходит, не бегает. Потому что, ребята, вот действительно, кто-то у нас, как Артем сказал правильно, что пляж действительно ожил. Ну, а мы благодарны мебельному салону «Повилла» за то, что мы можем тоже оживать, сидя на этих креслах. Да, знаешь, вот насколько бы тяжелой ни было ночью, но все понимают. Приходишь, сидишь здесь и правда восстанавливаешься, отдыхаешь, тем более, что такой вид, когда он в комфорте, вообще прекрасно. Еще лучше, когда ты наблюдаешь такие виды на морских побережьях. И недавно это сделала тоже и Таня Балыкина. Она открыла для себя совершенно новое побережье, и это не в Черноморском районе. С горным Крымом связано немало загадочных историй и удивительных легенд. Есть на полуострове и места силы, и чудо-родники. Большая часть этих достопримечательностей находится в труднодоступных для обычного туриста местах. Видимо, именно поэтому они так притягивают путешественников.
Недалеко от Алушты, в каньоне, образованном речкой Сатера, растут грибы из камня. Но найти их не так просто, на пути ни одного указателя. Заблудиться среди запутанных троп не составит труда. Здесь варианта два. Оставить машину у первого шлагбаума на поляне и с картой или навигатором идти искать дорогу самостоятельно. Можно, конечно, взять проводника, но мы путники смелые, поэтому выбираем первый вариант. Подняться наверх, повернуть направо, дальше придется спускаться вниз. Если не собьетесь с пути, то уже через 5 минут увидите эти необыкновенные природные образования. От 3 до 6 метров в высоту, даже издалека они кажутся огромными. Добраться до грибов не так легко. Вам нужно будет преодолеть вот этот пологий спуск. Обязательно перед походом возьмите себе хорошую качественную одежду и обувь, чтобы вам было максимально удобно. И, конечно, смотрите под ноги, если что, можете где-то придерживаться руками. Главное, не упасть. Возле склона, на котором растут грибы, все состоит из такой неоднородной породы. По словам геологов, это связано с оледенением, которому полуостров вполне мог подвергаться за период своего существования. Считается, что эти загадочные изваяния – работа ветра и воды. Ножки грибов состоят из землистой субстанции с примесью туфа, а вот в качестве шляпок выступают каменные плиты-конгломераты, то есть осадочная горная порода. В горах грунт постоянно размывается и движется из-за водной эрозии. Таким образом образовалось и это место. Каким-то чудом после дождя из-под земли начали подниматься каменные исполины. Между прочим, растут они по сей день. И возможно, что спустя десятки лет в долине появятся новые. Можно сказать, что место практически дикое. Люди сюда заходят редко. В основном это туристы или фотографы, впечатлившиеся потрясающим видом. Для них установили эту лавочку, чтобы с дороги они могли отдохнуть и полюбоваться и на грибы, и на горы. С 1960 года каменные грибы считаются заповедной зоной и охраняются государством. Это фантастическое место открыто для посещения, но в окрестностях долины Сатера нельзя ни разводить костры, ни мусорить, чтобы на многие века сохранить удивительную достопримечательность в первозданном виде. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня. Кажется, шторм начинается, потому что уже, во-первых, шум волн такой, мне кажется, дает о себе знать. А во-вторых, ну просто картинка такая, что впечатляет. Мне кажется, вот это настоящий рай для серферов, которые сейчас, может быть, даже запланят весь этот берег. Да, знаешь, не только для виндсерферов, да, еще и для кайтсерферов, которые, как я понимаю, и для вейкбордеров. Ну, как в общем... называется этот вид спорта, когда едет лодка, а за ним человек едет с парусом, держится за что-то, не знаешь? Ну, это вроде бы называется покататься на парашюте за 500 недорого, вот что-то такое. По крайней мере, так это называют люди, которые гуляют по пляжу. Ну, не здесь, потому что здесь все вот общедоступно. Все профессионально. Ты подходишь и регистрируешься, да. Это я делюсь, конечно, впечатлениями еще с юности, когда отдыхал на южном побережье. Ну, здесь очень крутой фестиваль. Это действительно главное событие лета, потому что вот повсюду ребята катают лодку, воду сейчас на машине спускают. Здесь уже просто пляжный футбол. Ребята тоже вышли, потому что без футболок. Красивые девушки в купальниках, молодые люди без футболок. Мне кажется, какой-то... Это не только главное экстрим события лета, знаешь, а это просто праздник жизни, потому что здесь... Вот все буквально движется, куда-то стремится, кто-то прыгает, кто-то танцует, и тяжело не присоединиться, просто не попытаться хотя бы присоединиться к этому. Да, в любом случае должны это сделать, но иногда нужно видеть прекрасное и спокойствие, и умиротворение, и в каком-то рукоделии. А как можно, ну что можно выбрать в качестве вот такого расслабления, расскажет Алис Трая. Изделия из стекла пользуются большим спросом у любителей ретро, да и не только. Здесь, на кафедре декоративно-прикладного искусства, знают, как обращаться с этим хрупким материалом, а скоро узнаем и мы. Екатерина работает со стеклом уже больше 10 лет. И если изначально она создавала разнообразные декоративные элементы интерьера, то сейчас акцент делает на причудливые украшения. Именно стекло меня поразило своей необычностью, довольно такой романтичный прозрачный материал, который мало кто занимается, и меня вот привлекло именно это. Творить из стекла непросто, оно может разбиться во время доставки, треснуть при нарезке и деформироваться при нагревании. На каждом этапе обработки с материалом нужно обращаться максимально аккуратно. Для маленьких изделий не нужен эскиз, потому что зачастую стекло само диктует, каким будет будущее украшение. Для начала из листа тонкого стекла нужно нарезать формы. Сейчас я попробую. Вот я режу, останавливаюсь,
Вот режу. Понимаете, оно будет, оно не сломается, у меня оно сломается вот здесь. Видите? Mm-hmm. Ну, оно трещит не там, где мне надо. Лишние углы срезаются стеклорезом или специальными плоскогубцами. Так облегчается процесс шлифовки. Сейчас начинается самое сложное, потому что цветы очень любят все время вываливаться. И стеклышки разваливаться тоже из рук. Мы берем, максимально прижимаем. То есть получается вот у нас два стекла, между ними цветочки. Теперь мы берем фольгу. Фольга это у нас по типу скотча действует. И мы должны так наложить, чтобы с двух сторон приблизительно одинаковое расстояние было. Если фольга не будет плотно прилегать, то на следующем этапе паяльник снимет ее, и все придется делать заново. Видите, у вас цветок вообще съехал. Угу. Ну, можно же подумать, что так и надо. Ну, да. Дальше в ход идет бесконтактный флюс. Он нужен для того, чтобы припой схватился с медной фольгой. Для избежания аллергической реакции используется бессвинцовый металл, состоящий из олова и серебра. Мы тут не помазали. Но видите, как некрасиво ложится? Или оно вообще может не ложиться? Если вы будете паяльник на одном месте долго держать, то стекло может треснуть. Оно же еще у нас очень тонкое, помните? Это во-первых. А во-вторых, нужно, чтобы это очень красиво. Видите, как сейчас оно кривое и косое? Да, я даже могу это объяснить. А типа асимметрия? Ну, да. Творческая. Вот теперь у вас вот такое вот колечко на таком кругляшке с гипсофилкой. Если решите попробовать воссоздать изделие в домашних условиях, обязательно придерживайтесь правил безопасности. Стекло – это материал с характером, а значит, требует внимательности и выдержки. Алиса Троян, Максим Турчиев. Утро нового дня. Ну вот мы, собственно говоря, сидим здесь. Пока что слышим лишь шум волны. Знаешь, да, ветер, возможно, слегка взрывает. А я слышу еще крики ребят, которые играют в футбол. Ну вот, да, у Саши слух, оказывается, поострее, слышишь крики ребят. А вечером здесь, не представляете, здесь просто музыка вовсю играет. Это такая крутая лаунж-зона, да. Просто вот на каждом углу место для релакса. Дело, конечно, не в углах, потому что вот здесь на лежаках ребята лежат, все, вот просто все, что хочешь, все, что душе а угодно. А за эту музыку, между прочим, ответственность специально обученные люди. Да, и таких, я думаю, здесь немало. А я пойду прямо сейчас и пообщаюсь с одним из них, узнаем все эти хитрости, премудрости правильного диджеинга. Так что не скучай, скоро вернусь. Я тебя жду, в любом случае. Ну, а пока Артем узнает премудрости диджеинга, я, кстати, хочу рассказать, что здесь сразу несколько танцевальных и музыкальных площадок. Они работают по всему фестивалю, и на каждой из них играет разная музыка. Вертушка, микстейп, ремикс. Что это такое, не знаете, а я знаю, кто знает. Знает наш следующий гость, диджей Чел. Прямо сейчас поздороваемся и пообщаемся. Добрый день. Добрый. Ну, начнем, наверное, с самого простого. Как настроение, как отдыхается или работается? Ну, настроение отличное. Ну, немножко рановато, конечно, для диджея, потому что мы же работаем ночью. У диджея свой график. Да. Во сколько начинается день диджея обычно, если не берем эфир? Ну, как можно позже. Как можно позже. И заканчивается как можно. Ну, уже даже раньше. Уже получается, да. Даже. Как вообще здесь обстоят дела со всей, с музыкальной сценой и прочее? Комфортно ли играть, как аудитория отзывается? Да, вот вчера у нас было пробное припати. Очень клево. Классный звук, отстроен профессионально, хорошо звучит. Ну, просто отлично. Что касается музыкальной подборки, да? Она как-то специально подбирается под фестиваль, возможно, под окружение, которое здесь играет. Какие стили здесь лучше всего заходят? Ну, сейчас мы играем, так как у нас танцевальная неделя, Dance and Music Week, то есть мы играем направления, которые подходят для танцоров. Вот, по направлениям, по определенным. А уже после этого будет отдельная история музыкальная, которая уже будет приближена к людям, которые не занимаются танцами. То есть что-то такое общее, да, чтобы люди могли подвигаться, да, почувствовать, да, ритм? Да. Они могут подвигаться и в любой день под танцы без проблем.
Конечно. Ну, главное, что эта музыка, наверное, передает настроение, вот это особенное летнее сейчас. Чем сложна работа диджея, особенно на фестивале, когда, да, достаточно много людей, по всей видимости, у людей, может быть, даже разные какие-то потребности, запросы, и нужно пустить что-то такое, да, что вот взорвет всех? Ну, тут сложный вопрос. Много моментов. Ну, основное, да, почувствовать людей. И, как говорится, подкинуть дровишек в костер, чтобы он разгорался все больше и больше. То есть настроение приносят люди, а диджей его просто, скажем так, усиливает, да, усугубляет? Да, да. И направляем в ту или иную сторону. Иногда медляки бывают, что-нибудь, чтобы джентльмены, конечно, пригласили дам, да? Да, как, конечно, понять, что вот самое время настало запустить что-нибудь медленное, чтобы люди потанцевали немножко поспокойней? Ну, когда они доходят до определенного уровня, когда дальше уже все, уже некуда. Тогда ты сбрасываешь вниз, чтобы была волна, то есть чтобы микс шел как волна, вниз, чтобы все немножечко расслабились, отдохнули и опять. Такой танцевальный серфинг, можно сказать, да, в каком-то, да, смысле. Да. То есть поймал волну, потом немножечко отдыхаешь. Да. Как я понимаю, вы здесь не единственный мастер, да, пластинки? Здесь много, да, еще будет ребят. Проходит обмен опытом, по всей видимости, да, какие-то, возможно, общие проекты даже намечаются впоследствии? Да, у нас будут мастер-классы, лекции, мы будем рассказывать, что такое диджеинг, показывать, ну и вот все в таком духе. Что нужно знать или уметь, чтобы прийти на мастер-класс, его чувствовать себя комфортно, почерпнуть что-то новое, или можно прям с нуля приходить? Да, можно прям с нуля приходить, я думаю, интересно будет послушать какие-то там наши истории из жизни, как мы там ездим, откуда, ну, почему, как мы к этому пришли, ну и все в таком духе. В принципе, это интересно всегда послушать. То есть с собой вертушку брать не нужно, да? Это устройство, которое позволяет сводить треки? Ну, если есть, то можно, конечно, взять. Но можно прийти без нее, да, с воображаемой? Да, конечно. Ну, научите делать скретчи тех, кто придет? Возможно, да, покажем, как. Но они еще применяются, да, они еще и сейчас делаются в практике диджея. Скретч? Да, да, да. Конечно, это сейчас прям целый мир, который развивается, и в России очень много хороших турнтаблистов. Мы их называем турнтаблистов. Это человек, который именно профессионально заводит пластинки, да? Именно, да, занимается скретчингом, как написано в Википедии. Ну-ка. Это чтобы отличить обычного диджея от диджея, который делает скретч и использует вертушку как музыкальный инструмент, придумали понятие турнтаблист диджей Бабу в 1995 году. Вот. Целая наука диджеинг получается, да, на самом деле. Как всегда, вещи гораздо глубже, чем кажется, и, наверное, да, гораздо сложнее. Насколько я понимаю, жизнь диджея — это постоянные гастроли, да? Это переезд одного места в другое, смена локации и смена аудитории, самое главное. Ну да, да. Ну, люди не особо разные. То есть, в принципе, настроение все везде подхватывают легко. Да, тут важно как бы их подцепить, а дальше. То есть вначале ты играешь, можешь играть что-то разное, чтобы проверить людей, народ, на что они больше реагируют, что им больше нравится. И исходя из этого, уже начинаешь в эту сторону перемещаться. Ну, я думаю, что окружение такое, экстремальное настроение, оно как минимум способствует, потому что люди уже знали, на что шли, знали, куда пришли, и, возможно, даже приехали специально на вас. Я думаю, что такое бывает, да, то есть не редкость. В принципе, сколько длится сет? Ой, сет, стандартный, 2 часа. 2 часа без перерыва, это играет музыка, вы все контролируете, подводите. Финальный вопрос нашего диалога, я думаю, что интересен всем. Чем именно занимается диджей за пультом? Объясню телезрителям, да, что он делает, почему это настолько важная и сложная работа на танцевальной площадке. Диджей свозит композиции друг с другом так, чтобы вы не заметили, как они плавно переходили из одной в другую. И, соответственно, задает настроение, чтобы вы могли танцевать или общаться. Проще говоря, именно от диджея зависит настроение, которое будет на танцполе, да, и непрерывность этого настроения, чтобы волна, как мы уже выяснили, шла гладко. Да. Так что вам большое спасибо за настроение. С добрым утром еще раз. Я напоминаю, что у нас был диджей Чилл, а тем временем предлагаю посмотреть подборку самых актуальных и интересных видео из социальных сетей полуострова. А я тем временем отправляюсь вниз, прямо к Саше. Жители Алупки хвастаются первым урожаем инжира. Видео с ранними плодами винной ягоды выложили в сеть, и оно собрало массу восхищенных отзывов. Всего за южное лето фиговое дерево дает до 3 урожаев, и первый самый обильный. Полакомиться свежесобранными фруктами – еще один повод посетить южный берег Крыма.
Тем временем курортная атмосфера Ялты вдохновляет на подвиги. Товарищи решили освежиться в городском фонтане. Покуда один исполнял роль оператора, другой кульбитом опрокинулся в воду. Бассейн оказался менее глубок, чем предполагалось. Сам эквилибрист не пострадал. Ялтинцы скептически отнеслись к поступку, в первую очередь опасаясь за чистоту воды. Пассажиры рейсового автобуса «Саки Евпатория» выложили видео, в котором сетуют на действия сотрудников дорожно-патрульной службы. Правоохранители в течение получаса оформляли протокол из-за отсутствия одного из трех аварийных молотков. По мнению пассажиров, протоколы следует составлять только на конечной остановке. Туристы жалуются на состояние клумб в Алуштинском городском парке. Сотни высаженных растений гибнут из-за отсутствия элементарного полива. Сравнивая с прошлогодними фотографиями этого объекта, становится очевидно, что кто-то явно орудует шлангом спустя рукава. Видео о том, как промчаться между Ялтой и Севастополем с ветерком, выложили в сеть гости полуострова. Крылатое судно «Комета» курсирует между городами с прошлого года. Быстроходный катер оснащен автоматической системой снижения качки и огромными панорамными окнами, которые позволяют насладиться всей красотой крымских гор и моря. В мраморной пещере камерный оркестр Крымской государственной филармонии дал экстремальный концерт. Подземелье огласили симфонические аранжировки хитов групп «Нирвана», AC/DC и «Металлика». Облагороженный рок собрал полный аншлаг, а билеты были раскуплены за несколько недель до старта мероприятия. И действительно, не каждый день услышишь в прямом смысле пещерный андеграунд. Пока ходил, говорил со своим гостем, беседовал. Ты знаешь, что у меня тут произошло вообще? А ну-ка, рассказывай. У меня чуть не украли нашего хранителя Дарханкута. Подошел молодой человек, но они шли, прогуливались, и, кстати, по идее, даже, может быть, погружались. И говорит, он приклеенный? Нет. Я говорю, ну, можете проверить, у нас минута до прямого эфира. Ну, как бы, еле отстояла, вот, честное слово. Так, интересно, и он, наверное, хотел взять его и отплыть с ним в памятник. Точнее, в парк действительно ли он так похож, да? Да, да, ну, мы можем сказать, что должен быть похож. Должен быть похож, потому что у нас свой маленький охраняет наш эфир, да, делает все, чтобы эфир проходил, ну, максимально бодро, по-тарханкутски. Это все для этой ауры Черноморского района, чтобы... Потому что я вот сейчас общался с диджеем, и он мне рассказал, что вечеринка хорошая, как любая вот передача настроения, должна идти как волны здесь. Подъем, 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 аккуратный спад. И я вот думаю, что и даже наш хранитель позволяет, чтобы мы тоже как будто бы ловили волну на серфе, понимаешь? Вот как все здесь этим занимаются, собираются. Я сейчас, я не могу передать такой запах. Я спаду в воздух, ветер, и вот этот морской бриз, он просто, ну, окутывает. Это настолько свежо, настолько в то же время ласково и настолько кайфово, что передать это просто невозможно. Нужно ехать к морю обязательно. Да, мы говорим, и надо будет попробовать обязательно покататься на досках. А вот я знаю, кто, между прочим, очень ждет этого момента, покататься на доске. В свое время это Стефан, он у нас любитель всякого рода экстрима. Но пока, Стефан, жди, потому что тебе еще нужно стримить. Прямо сейчас с ним на связь и выйдем. Еще раз доброе утро. В очередной раз хочу пожелать доброго утра вам, коллеги, тем, кто нас смотрит, ну и, конечно же, всем жителям Крыма. Ваше внимание хотел бы обратить на вот какую тему. Я бы сказал, что она даже социально важная. Симферополь, да и, в принципе, как и весь Крым, очень густо заселенный растениями, деревьями, город, полуостров. И это все... Мы должны хранить, ценить, бережно, конечно же, относиться к природе. Тем не менее, бывают такие ситуации, когда эти самые деревья могут составлять опасность, могут быть опасными для людей. Речь, конечно же, идет о тех деревьях, которые уже достаточно старые, быть может, неухоженные, или их структуру вредители смогли разрушить. И такие деревья являются, как я уже сказал, потенциальной опасностью. Они могут обвалиться. Это может, не дай бог, произойти с кем-либо, но наши коммунальщики, о чем я вам хотел сказать, наши коммунальщики держат эту ситуацию под контролем. Буквально недавно на нескольких городских улицах уже была проведена работа, удаление нескольких таких массивных ветвей, которые теоретически могли бы упасть, потому что состояние их было, ну, ужасающим, скажем так.
И я хочу рассказать вам о том, что на эту ситуацию могут повлиять не только коммунальщики. Мы с вами можем также на это повлиять. Если в своем дворе, где-либо в другом месте, вы видите, что дерево уже старое, трухлявое, его ветви возвышаются над дорогой или в каком-либо другом месте, и вы понимаете, что рано или поздно может произойти обвал этой ветви, обвал этого дерева, то лучше всего обратиться к ближайшим коммунальщикам, предупредить их об этом, сказать, обратить их внимание на это дерево, на эту ситуацию. Потому что мы вместе с вами в первую очередь заинтересованы в безопасности нашего населения, поэтому я всех призываю быть бдительными, а коммунальщикам хочу передать спасибо за их работу. На этом мое включение подходит к концу. Еще раз хочу пожелать всем доброго утра и до встречи. Коллеги, передаю вам слово. Скажу, спасибо, как есть. Спасибо, Стефан. Да. Спасибо, Стефан. Во-первых, скажу, как есть. Во-вторых, кое-чего, Саш, все-таки немножко не хватает, знаешь? Ну и что тебе может не хватать здесь? Вот, ну? Да, знаю, что ну нельзя так сказать, потому что, казалось бы, да вы сами все видите, но не хватает вот здесь небольшой пальмочки, которая обороняла на нас тенек. Вот оно что, солнышко припекает, да? Просто хочется говорить солнце и пальмы, а пока что только солнце. Вот. Но я так скажу. Ну да, припекает солнце, поэтому давай сейчас попробую поиграть небольшого волшебника-предсказателя и сказать, что сегодня будет у нас вот с тобой за погода нас будет ждать. Ну, судя по тому, что облаков нет, будет солнечно, малооблачно, и, судя по ветру, будет ветрено. А вот сейчас возьму я, спорю, судя по тому, как показал вчерашний день, что с утра у нас было ветрено, потом у нас было солнечно, а потом раз и ливень. То так. Есть все-таки непредсказуемая эта дама. Значит, сомневаешься ты в моих навыках прорицателя, а я знаю, в чем точно мы не сомневаемся, так это в навыках наших метеорологов. Поэтому прямо сейчас предлагаю посмотреть точный и официальный прогноз погоды. Вот сейчас сижу и думаю, все-таки, Саш, ну, какая несправедливость. Мы так хвалим этот замечательный, самый западный берег полуострова и фактически ничего не говорим про другие, совершенно отличающиеся, но не менее замечательные. Ведь у нас еще есть восточный берег и южный. Ну, а зачем нам говорить об этом? Мы ведь находимся здесь, когда о других регионах нашего прекрасного Крыма могут рассказать наши корреспонденты. Да, между прочим, тем более, что, скажу тебе так, Салия недавно была кое-где. И кое с кем. Но об этом мы ему уже не расскажем, поэтому просто покажем, как она съездила в Ялту. Покажем, как это все было, да. Город-курорт, город-порт, Ялта – эпицентр событий на южном берегу Крыма. Эта жемчужина раскинулась вдоль Черного моря, стала одним из самых модных и любимых мест отдыха многих туристов. Мы покажем вам неизвестную Ялту и, конечно же, ее обитателей.
например, енотов. Эти жители города оказались, ну, очень забавными. Нам для знакомства привели малышей – сестричку Мону и братиков Рикки, Тики, Тави. Им всего 5 месяцев. Но оказалось, что, как и все дети, они ни секунды не могут усидеть на месте. Уже даже на шею, на голову мне сели. В прямом смысле. Это хорошо, что весят они пока пару килограммов, а ведь с таким аппетитом могут достигнуть 20. Любят еноты поесть за еду и станцуют, и на камеру попозируют, но будьте осторожны, попрошайки еще те, да и пошкодничать любят. Зато полчаса общения с ними и хорошее настроение на целый день обеспечено. Вот и наш водитель не устоял перед этими пушистыми. Знакомьтесь, это Сергей Григорьев, космический художник-самоучка. Свою технику рисования оттачивает уже 10 лет. За эти годы так набил руку, что рисует свои картины всего за 10 минут. Процесс завораживает, а результат впечатляет. Респект и уважуха, когда работает профессионал, просто видно. Интересно, а не у профессионала получится так же? Поэкспериментируем? Берем в руки баллончики с краской, выбираю, конечно, розовый. Сначала надо научиться правильно распылять. Теперь под руководством художника начинаю творить, а точнее разукрашивать. И вот так вот замкой, разжимаю. Теперь прикладываю и проглаживаю. А теперь поднимаю. И это только часть рисунка. Раз, два, три и магия. Ялта сейчас в России является столицей эспрей-арта космической живописи. У нас есть союз космических художников, мы занимаемся этим вопросом серьезно. Конечно, ведь в южной столице уже живет 5 таких художников, и найти их легко, чаще всего вечером на набережной. А еще здесь можно встретить интересных и талантливых людей. Я вот пишу книги, для тебя написал мудрую, обязанности женщины. Потом обязанности мужчины возьму. А впереди прогулка по набережной. Только посмотрите, миллионы туристов ежегодно приезжают на этот живописный курорт. Наша прогулка подошла к концу, а я так и не сделала ни одного фото. Надо срочно исправляться. Классический снимок, без которого не уезжает ни один турист. Теперь к ним присоединилась и я. Салия Салямова, Руслан Хохлов, «Утро нового дня». Если честно, это что-то невероятное. Вот буквально повернуть голову влево, и сразу просто рядом дайверы, серферы, катер, люди, которые отдыхают на пляже. Вот здесь бы просто просыпаться каждое утро. Мне кажется, лучше не может быть и слаще ничего. Так чего мы говорим, Саша? Пора собираться и идти этим заниматься, потому что эфир уже подошел к концу. Самое время нам отправиться купаться, либо просто полюбоваться морем. Это было «Утро нового дня». И с вами его вели Артем Андроновский, Александр Корнович. До новых встреч! До новых встреч, желаем вам. Увидимся завтра.